друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я буду готовить ягодное смузи из разнообразных ягод. Поехали! Для приготовления смузи я буду использовать красную и черную смородину, ежевику и малину. Также нам понадобится яблочный сок, овсяные хлопья с разнообразными добавками и немного сахара. Итак, для приготовления первого смузи нам понадобится красная смородина и ежевика. Отправляю эти ягоды в чашу блендера. Сюда же добавляем красные ягодки. Думаю, получится фиолетовое смузи. Заливаем яблочным соком. И начнем размешивать. Ягоды измельчили, теперь к ягодам отправим сахар, потому что смузи сам по себе очень кисленький. И отправляем наши овсяные хлопья. Накрываем чашу блендера и опять размешиваем. Смузи готово. Вливаем его в стаканчик. Вот так. Украсим ягодками. Положим черную смородину и малинку рядом. Вложим трубочку. Первое смузи готово. Уберем его в сторонку. Начнем готовить второе смузи. Приступаем к приготовлению второго смузи. Для приготовления второго смузи нам понадобится малина и черная смородина. Ну и сахар, овсянка и сок. Так же, как и для первого смузи. Отправляем в чашу блендера смородину. Достаточно. И немного малины. Оу, тут сок. Падай, малина. Она не хочет падать. Думаю, столько достаточно будет. Не хочу слишком много смузи делать. И вливаем яблочный сок. На этот раз решила чуть больше добавить. Посмотрим, что вкуснее. И вставляем наш блендер. Достаточно. Открываем чашу. Ух ты, напиток получился таким светло-розовым. Очень приятный цвет. Сюда отправляем овсяночку. И сахарок. И опять размешиваем. Открываем крышечку и будем заливать стаканчик. Это смузи будет пожидче. Идеально. Протрем салфеточкой, чтобы было эстетично. И кладем туда трубочку. Та-дам! Ну и, конечно же, украсим ягодами. Правда, ягоды проваливаются. Ягодки. Малина. И веточка освежающей мяты. Смузи готовы, давайте их пробовать. Время пробовать наши смузи. Пожалуй, я начну со смузи с ежевикой и красной смородиной. Смотрите, каким красивым он получился. Давайте попробуем. Это мега вкусно, это очень вкусно.
Мне очень понравилось. Во вкусе смузи чувствуется вкус овсяных хлопьев, которые мы с вами добавляли. И ягоды, смешавшие с этими хлопьями, получились очень вкусными, как будто бы кушаешь овсянку вместе с ягодами. И это очень вкусно. Мне понравилось. Давайте попробуем второе смузи. Здесь у нас малина с черной смородиной. Мне также очень понравилось второе смузи. Посмотрите, здесь прям видны эти овсяные хлопья. Они никуда не делись, как вот в первом смузи. Выглядит это, конечно, очень красиво, но на вкус это тоже прекрасно. Мне очень понравилось. Лето, пора ягод и фруктов. Нужно воспользоваться этим временем и приготовить множество разнообразных смузи. По-моему, смузи утоляет не только жажду, но и голод. Всем пока-пока! Увидимся в следующем видео, а я допью свое смузи.